Приветствуем вас, дорогие телезрители. Здравствуйте. Сегодня 16 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». От всей души мы поздравляем всех наших телезрителей, которые появились на свет в этот замечательный день, и желаем вам всего самого доброго. Мы рады сообщить вам, что 16 марта в разные годы и века на свет появились такие яркие личности, как... 4-й президент Соединенных Штатов Джеймс Мэдисон. Немецкий физик Георг Симон Ом. Изобретатель радио Александр Попов. Основоположник советской научно-фантастической литературы Александр Беляев. Кинорежиссер Михаил Швейцер. Дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Комаров. Итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Актриса французского кино Изабель Юппер. Сегодня 16 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день отмечен следующими знаменательными событиями. В 37-м, вопреки завещанию умершего Тиберия, Сенат провозгласил римским императором Калигулу. И в 1079 году в Иране принят мусульманский календарь. В 1792 году на бале-маскараде в Стокгольме заговорщиками был смертельно ранен король Швеции Густав III. В 1880 году по подозрению в революционной агитации арестован украинский поэт Иван Франко. И в 1919 году большевистские войска штурмом взяли здание бастующего Путиловского завода в Петрограде. 1921 год. Ленин в речи на съезде ВКПБ впервые ввел политический термин «уклон». И в 1934 в Германии возобновлена воинская повинность. В 1945 году советские войска начали Венскую наступательную операцию. И в 1978 году в Италии похищен бывший премьер-министр Альдо Моро. На календаре 16 марта. В эфире программа «День веков. Хронограф». Событие, с которого мы начнем наш исторический экскурс в прошлое, произошло в 17 веке. 16 марта 1660 года был распущен долгий парламент Англии. Так назывался пятый и последний парламент при короле Англии Карле I. Он был созван в 1640 году и действовал на протяжении 20 лет. В начале своего существования парламент вступил в острый конфликт с Карлом и вынудил его пойти на уступки. И когда в 1642 году король покинул Лондон, парламент взял на себя все функции управления. После того, как гражданская война в 1648 году в Англии закончилась, долгий парламент попытался взять под свой контроль армию. В итоге, с одобрения лидера буржуазной революции Кромвеля, из него было изгнано большинство неугодных парламентариев. Из оставшихся членов парламента был сформирован суд, который начал процесс против Карла и вынес ему смертный приговор. В течение 10 лет, с 1649 по 1659 годы, сей парламент не единожды был распущен и вновь восстанавливался. Наконец, в марте 1660 года долгий парламент дал согласие на проведение свободных выборов и объявил о самороспуске. 16 марта 1917 года великий князь Михаил Александрович, брат императора Николая II, отрекся от престола в пользу учредительного собрания. А заметим, что именно он был последним русским императором, если считать временем его правления неполные сутки, с 15 на 16 марта 1917 года. Михаил Александрович был на 10 лет моложе своего брата Николая II. Он отличался скромным характером, хотя, несмотря на это, слыл прекрасным военным. Февральская революция застала великого князя Михаила Александровича в Гатчине. Отречение Николая II от престола в пользу брата Михаила стало для общества большой неожиданностью. Помимо прочего, такое решение Николая II нарушало закон о престолонаследии. Михаил Александрович, четко определив ситуацию в России, подписал акт своего отречения от престола до решения учредительного собрания, по сути, в пользу республики. От эпохи царей переходим к эпохе вождей.
16 марта 1919 года умер советский деятель, председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов. А, кстати, его настоящее имя Янкель Мойшевич. Коллеги считали мозгом партии большевиков. Он в уме ворочил тысячами имен. На память знал всех людей, работавших в аппарате партии. Когда он умер, пришлось кардинально перестраивать работу высших партийных органов, которые до того выполнял он сам один. Якова Свердлова называют человеком, причастным к убийству последнего российского императора и инициатором развязывания так называемого «красного террора». Большевистская мода тоже началась со Свердлова. Так считали его соратники по партии. Лев Троцкий писал о нем так. Враги называли коммунистов, как известно, кожаными. По одежде. Думаю, что во введении кожаной формы большую роль сыграл пример Свердлова. Сам он, во всяком случае, ходил в коже с ног до головы, то есть от сапог до кожаной фуражки. Вы смотрите первый исторический телеканал России, программу «День веков. Хронограф». Мы продолжаем вас знакомить с примечательными событиями, произошедшими в этот день в разное время. 16 марта 1937 года Народным комиссариатом внутренних дел СССР был образован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственностью – ОБХСС. ОБХСС был призван защищать общество от расхитителей, взяточников и фальшивомонетчиков. А что, так много воровали? А факты, кстати, свидетельствуют о том, что в годы Великой Отечественной войны отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности изъял у преступников средств и ценностей на 175 миллиардов рублей. Это очень и очень большая сумма для той поры. Интересно, а сейчас ОБХСС существует? Ну, конечно, существует, только называется по-другому. Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Мы только что упомянули Великую Отечественную войну, а сейчас я хочу подробнее остановиться на этой важнейшей странице нашей истории. В этот день, 16 марта 1942 года, Тимуру Фрунзе, сыну известного советского полководца Михаила Фрунзе, посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Тимур Фрунзе погиб в январе 1942 года в воздушном бою под городом Старая Русса, прикрывая ведущий бой самолет. Всего лейтенант Фрунзе совершил 9 боевых вылетов и в воздушных боях в группе сбил 2 самолета противника. 16 марта 1943 года в районе среднего течения Северского Донца наши части в упорных боях уничтожили 32 немецких танка, 15 орудий и 40 автомашин с пехотной техникой противника. 16 марта 1945 года советские войска начали операцию, которая вошла в историю войны под названием «Венской». И в результате удалось завершить освобождение Венгрии и полностью очистить от захватчиков восточную часть Австрии. Также наши войска продвинулись на запад более чем на 200 километров. Одна из задач, которую ставила тогда перед войсками командование, сохранить от разрушения Вену, одну из самых красивых столиц Европы.